Приветствую вас, зрители канала Бродекс. Вот я снова и вступил в сообщество любителей носить всякие металлические предметы на голове. Рыцарский орден. В этот раз загадочный и мистический, полный тайный сокровищ в орден бедных рыцарей Христа, известных более как тамплиеры, либо храмовники. И сегодня мы с вами узнаем, что же это были за рыцари, что они делали на святой земле и чем они там питались. Ну или не узнаем, но в любом случае пожрем. Итак, Орден Бедных Рыцарей Христа был основан на Святой Земле в 1119 году. Его основателями стали 9 французских рыцарей по главе с Гуго де Пейном. Они взяли на себя заботу о охране христианских паломников, идущих поклониться святыням в Иерусалиме. Изначально рыцари были настолько бедными, что у них на двоих был один боевой конь. Именно это и легло в основу первой тамплиерской печати – 2 всадника на одном коне. Бедных рыцарей вскоре заметил король Иерусалима Балдуин и выделил им в качестве резиденции часть своего замка, построенного на Храмовой горе, где ранее размещался иудейский храм Соломона. Именно после этого рыцари начинают называть храмовники или тамплиеры. Обосновавшись в новой резиденции, рыцари продолжают охранять дороги и паломников, и одновременно с этим начинают раскопки фундамента храма. И черт его знает, что там находят эти бедные рыцари, но буквально спустя десяток лет они становятся в центре внимания всего христианского мира. Новый король Иерусалима Балдуин II дарит ордену новые земли и кучу привилегий. Святой Бернар Клервозский пишет для ордена устав и становится покровителем ордена, а для средневековой Европы это было очень круто. Папа Римский издает буллу о том, что орден освобождается от любых налогов, может пересекать любые границы и подчиняется только папе Римскому. В орден устремился поток добровольцев, и не только простолюдинов, а очень много богатых и знатных людей, которые, приходя в орден, дарили ему свои земли, деньги и вообще все имущество. Орден моментально превращается из бедных рыцарей в нихрена не бедных рыцарей. Однако, если сам орден становится богатым и очень могущественным, то рыцари внутри него живут по строгому уставу, в бедности, целомудрии и послушании. Как по мне, слегка скучновато. Вот и рыцари-тамплиеры, видимо, подумали так же. И весь этот строгий устав с бедностью и вообще голодом соблюдался только первых пару десятков лет. Ну и, конечно же, для вида. На Святой Земле храмовники прославились как жадные, тщеславные, гордые и очень жестокие люди, склонные к различным развлечениям и винопитию, а еще как очень умелые и беспощадные воины-крестоносцы. Но ни деньги, ни жестокость, ни воинское умение не помогло ордену сохранить Иерусалим, свою резиденцию на Храмовой горе и владение в Святой Земле. Я был оставлен в секретных покоях, найденных под Храмовой горой, дабы охранять сокровища и артефакты ордена. Великий магистр выбрал меня, как самого достойного и сильного рыцаря. Ну еще не заболевшего проказой, чумой, поносом, насморком. А еще великий магистр боялся, что во время длительной осады я быстро сожру все припасы. Так вот, это место настоящая крепость. Сюда не сможет попасть ни один вор. Сокровища в безопасности. В туннелях вора поджидают сотни ловушек, расставленных и разработанных лично мною. Ядовитые стрелы, ямы с крокодилами, огромные сукопилы распилят любого и груды пищевых отходов. В темноте на цепях сидят специально нанятые псы и специально обученные ассасины. Убьют любого, жалчат крови его и верные лишь моему приказу. Мимо меня не прошмыгнет ни один человек. Да что там человек, даже мышь. Я слышу в темноте на расстояниях сотен метров. Я вижу даже затылком. Имя мне страж, нет мне покоя. Рука моя тверда, а меч не знает пощады. Убью любого. А что за звук такой? В животе урчит, жрать хочу.
Я вам скажу, друзья, неплохо питались эти самые бедные рыцари на святой земле. Вначале, конечно, по уставу, тамплиеры должны были питаться одной водой и хлебом. Отказаться от всего мирского. Им запрещено было есть мясо, овощи, фрукты, пить вино. Короче, ни хрена нельзя было. Но рыцари быстро поняли, что на одном хлебе и воде много-то не повоюешь, и устав был изменен. Строгую диету с хлебом и водой оставили для монахов, религиозных фанатиков, еще в качестве наказания для провинившихся рыцарей, ну и, конечно же, для вида. Также так кормили новичков, которые только вступали в орден. Недельку-две, ну, чтобы поиздеваться над ними, там, для смеха ради. Ну, а потом, конечно же, начинали кормить нормальной пищей, чтобы не убежали из ордена. Ну, а так как я орденский рыцарь, то перед трапезой мне надо надеть уставную шапочку для еды и пробормотать что-нибудь на латыни. Как же я ненавижу эти кольчужные койфы. Все ровно, все красиво, все по уставу. Non nobis Domine, non nobis et nomini tua do gloriam. Демонов не вызвал? А то с моей латынью это легко сделать. Ладно, время и пожрать. Основной пищей рыцарей-тамплиеров на Святой Земле была каша – гороховая, чечевичная или вот такая бобовая. Родина бобов является Средиземноморье. Считается, что это одна из самых древних культур, которую начал выращивать человек. В Библии упоминается, что бобы возделывали в Палестине во времена царствования Соломона. В эпоху античности и средневековья бобы были пищей крестьян и простолюдинов. Позже, после открытия Америки и распространения в Европе картофеля и фасоли, бобы перестают выращивать в больших количествах. И сейчас бобовая каша – редкий гость на наших столах. Ну а так как я живу еще в доколумбовую эпоху и Америки у нас просто еще нету, то у меня именно бобовая каша с бараниной. Если не было никаких религиозных праздников или постов, рыцари ели мясо 3 раза в неделю. В остальные дни они должны были довольствоваться рыбой. Свинину и говядину на Святой Земле рыцари-тамплиеры ели редко. В основном употребляли мясо коз, овец и птицу. Из-за климатических особенностей переселенцам из Европы на Святой Земле было проще выращивать коз и овец, а местное население из-за религиозных запретов свиней не держало. В походы с обозом гнались стада живых животных и по мере надобности их забивали. Еще брали с собой сушеное мясо, бастурму. Рецепту ее тамплиеры научились у сарацинов, у своих врагов, у местного населения. Брали любое мясо, кроме свинины, натирали его солью, специями и высушивали на солнце. К бобам у меня пшеничная лепешка. Хлеб тамплиеры тоже делали, но в походы с собой брали именно такие лепешки. Еще, конечно же, их пекли по мере надобности. Вообще, в Палестине зерно не было какой-то роскошью, у рыцарей его было больше, чем в Европе, и поэтому пшеничный хлеб и пшеничные лепешки были частыми гостями на рыцарском столе. Ну что ж, приступим. На вкус бобы напоминают немного фасоль, но с другим привкусом и немного по-другому пахнут. На самом деле фасоль слаще и вкуснее. Я понимаю, почему постепенно в Европе от бобовой каши отказались в пользу фасоли. Баранье мясо очень хорошо дополняет бобы. Без нее каша была бы пресной и действительно была бы невкусной. А так, блюдо очень сытное и, в принципе, вкусное. Ну, а вкус пшеничной лепешки я даже не вижу смысла вам описывать. Пшеничная лепешка, пресная, почти не соленая. Но зато свежая. Ну и попробуем бастурму. Вкусное мясо, чувствуется много специй, мягче, чем солонина, которая присутствует обычно в средневековых европейских пайках. Но много такой бастурмы сразу и без ничего было бы тяжело съесть. О, специи пошли.
Вообще, рыцари-тамплиеры по европейским рыцарским меркам были жуткими чистюлями. Есть они должны были в специально отведенных трапезных, с чистых белых скатертей. Перед едой должны были обязательно мыть руки. Прислуживали им люди, которые не занимались грязной работой. У каждого брата рыцаря была своя деревянная миска для еды, деревянная ложка и нож. Еще у него должно было быть две чаши. Одна простая деревянная или глиняная повседневная и одна из металла недрагоценного для праздника. Если после смерти рыцаря в его вещах находили серебряные и золотые монеты или изделия, то он лишался права на похороны на освященной земле. Если же находили золото или серебро уже после его захоронения, то его тело надлежало достать из земли и бросить на растерзание собакам. Поэтому все, что вы видите здесь вокруг меня, это все не мое, это все орденское. Мое вот деревянная мисочка, ложечка, два стаканчика. Вот даже у меня есть список всех сокровищ, что я охраняю. Всякое бренное золото, серебро, камни драгоценные в сундуках. Но это все ерунда, это все грязь, это все мирское. Главные сокровища, они духовные. Вот они. Крест, на котором распяли Иисуса Христа. 5 штук. Гвозди с креста. Что? 30 ящиков по 50 золотых за штуку. Не понял? Магнитики с видом Иерусалима и рыцарей-тамплиеров. Да что такое-то? А, это перечень сувениров для продажи. А, короче, много сокровищ у тамплиеров. И все для души, и недорого. Дополнением к стандартному для европейских рыцарей мясохлебному рациону служили всевозможные местные овощи и зелень. Самыми распространенными были огурцы, баклажаны, лук, чеснок, шпинат и спаржа. Спаржа – это растительная культура, выращивать и есть, которую начали во времена еще Древнего Египта. Спаржу можно есть сырой, можно варить. У меня вареная спаржа. Есть я ее буду с лимонным соком и оливковым маслом. Пахнет мокрой травой. Свежескошенной мокрой травой. И на вкус как трава. Ну, Деус Вульт. Гребаный тамплиерский ЗОЖ. Это самое мерзкое растение. Вернее, это самая мерзкая растительная пища, что я ел. Сама по себе, если без оливкового масла и лимона, она безвкусная. Ну вот жуешь мясистую водянистую травину здоровую. Фу, мерзость. Ну залил маслом, стала она еще к тому же жирной и склизкой. Хоть чуть-чуть что-то добавил лимонный сок, он хоть ей, но немножко какого-то приятного вкуса добавил. Я не понимаю, что в ней находят люди, почему она сейчас считается очень дорогим и вкусным, я не знаю, овощем, травой, что вообще это такое, вот это вот щупальце зеленое. Почему его надо есть? Все. Я не хочу ее больше кушать. Я хочу назад к мясу и бобам. Баштурмой заем, хоть эту мерзость. Еще из местной растительной пищи тамплиеры ели лук-шалот, названный так в честь иудейского города Аскалон. В целом он, конечно, напоминает привычный нам репчатый, но немного другой. Он более мелкий и вытянутый. Вкус его, говорят, более мягкий и запах тоже мягче. На Святой Земле такой лук с удовольствием хрумкали иудеи. От них его научились есть и тамплиеры. Они же завезли его и в Европу. Сейчас из такого лука в Европе готовят массу всевозможных блюд. Потому что, как я уже говорил, он считается вкуснее и более полезным, чем репчатый. Сейчас попробуем, насколько он мягче и полезнее привычного нам репчатого лука. Ну, жжется он нормально, как привычная нам цибулька.
Теперь запах, сейчас попробуем. Запах вроде понюхаем, должен быть мягче, не такой резкий. А вот запах действительно мягче. Слезы еще не пошли. Сейчас еще кусочек, чтобы запомнить этот вкус. Ну а теперь для чистоты эксперимента надо сравнить его с репчатым луком. Ой. Чего только не сделаешь ради науки. Он действительно немножко мягче репчатого лука. Но, ой, я заплачу. Такая грустная история про этих тамплиеров, которые кушают сырой лук, эту спаржу кушают. Я не могу больше ее рассказывать. Фу. Ну, что? Итак, друзья. Фу. На эксперименте мы убедились, что лук-шалот все-таки немножко мягче, чем... Сначала прыгай. Сейчас. Фу, я вроде не плачу. Друзья, если я плачу, это, знаете, это от суровости и от ненависти к сарацинам. Так вот, на примере мы убедились, что лук-шалот немножко мягче репчатого лука. Насколько он полезнее, я, конечно, не знаю. Но в любом случае, я не хочу его больше сейчас есть. Надо заесть эту луковую диету чем-то сладеньким, например, фруктиками. Из фруктов на Святой Земле тамплиеры чаще всего ели лимоны и гранаты. Так получалось, что это одновременно и полезные фрукты, и они могли долго храниться, например, в темных замковых погребах. К тому же храмовники часто пили воду с добавлением лимонного сока или самого лимона. Получался эдакий тамплиерский лимонад. О, кисленько, вкусно, а после этой лукового этого эксперимента вообще классно. Такой лимонад в условиях жаркого климата неплохо утолял жажду. Еще добавление лимонного сока в воду неплохо ее обеззараживало. В походы тамплиеры брали с собой всевозможные сушеные фрукты. Инжир, финики, абрикосы. Этому храмовники научились опять же у местного населения. Такие фрукты были одновременно и сладкими, и неплохо утоляли голод, и могли долго храниться. Есть еще их можно было, не слезая с седла. Действительно, сладкое лакомство. Финики с косточкой. Можно ехать, грызть и кидать косточки. Из-за тобой потом прорастет финиковые пальмы. И будут в пустыне финиковые рощи цвести, как добрая память об рыцарях-тамплиерах. После лука вообще классно сладенько. Что-то я все на лимонаде, да на лимонаде. Мой праздничный стакан пустует. Что, зря что ли было выражение «бухать как тамплиер»? Тем более у меня сегодня праздник, я уже тут 700 лет сижу. Самыми потребляемыми напитками в ордене были вино и пиво. Появилось даже выражение «пить как тамплиер». Однако, насколько оно соответствовало действительности, неизвестно, так как пьянство в ордене сурово наказывалось, вплоть до исключения из ордена тамплиеров. Понятно, что вина храмовники пили много, потому что оно играло незаменимую роль в религиозных обрядах. К тому же пить сырую воду в Европе было опасно, и храмовники, как известные чистюли, это знали. И поэтому везде, где была только возможность, старались заменить воду на вино или пиво. На Святой Земле храмовники, помимо виноградного вина, пили пальмовое вино. Этот напиток, получаемый путем брожения сока некоторых пальм.
Сок, вытекающий из ствола пальмы или ее срезанного соцветия, собирали в сосуды, и он там начинал очень быстро бродить. В течение непродолжительного срока такой сок превращался в легкий алкогольный напиток. Крепость его была невелика, приблизительно 5-6 градусов. Он был сладок и неплохо пьянил. Пить такое пальмовое вино надо было сразу после его приготовления. В отличие от виноградного вина, его нельзя было долго хранить. А еще такое пальмовое вино не запрещалось пить мусульманам. Напиток сладкий, градус почти не чувствуется, пьется очень легко. Конечно, это не вино в привычном нам понимании этого слова, ведь при его приготовлении не используется виноград. Тамплиеры просто по привычке называли его вином. А еще храмовники добавляли в такой напиток сок или мякоть алоэ вера и конопли. Мне не сказали, правда, зачем, ну, видимо, еще рангом не вышел. Сейчас попробуем. Алоэ-то я достал. По-моему, оно выдавливается куда угодно, только не в стакан. Давай, детка, давай. В стакан надо, а не на лицо. Мякоть конопли, к сожалению, я достать не смог. В нашей стране почему-то с ней плохо. Ладно, попробуем с алоэ. Ну, вкус немножко изменился. Стало не таким сладким и стало немножко... горчить. Но, наверное, теперь он такой напиток, благодаря соку алоэ, стал очень полезен для здоровья и долголетия. И благодаря нему я здесь прожил 700 лет. Крестоносцы называли святую землю «земля зерна и ячменя, винограда и олив, инжира и гранатов» и были очень поражены разнообразием блюд, фруктов, специй, которые были на святой земле. И если простые рыцари-крестоносцы не хотели особо вникать в кулинарные традиции своих врагов-сарацин, то тамплиеры, напротив, старались подчеркнуть и узнать что-то новое. Различные блюда, кулинарные традиции у местного населения. Конечно, питание тамплиеров в Европе и на Святой Земле было разное. В другом выпуске мы вам обязательно расскажем, чем питались тамплиеры в Европе и о том, как было принято вкушать трапезу в их прецепториях. Что ж, друзья, я пока продолжу свой пост, Вы тоже это слышите? Дед, хватит трындить в темноту, лучше помоги сундук наверх вытащить! Убьем, сука! Да он стоит! Да хватит махать своим ножичком, еще прирежешь кого-то! Что? Что ты крепишь? Что, сердце схватило, да? Или печень? Но это не я виноват, это ты просто бухаешь много! Да помоги же, сука! Подавился! Ты победил меня в честном бою! Ты достоин! Ты пришел сменить меня? Ну, как бы не совсем! Как тебя зовут, рыцарь? Меня зовут Индиана Джонс, величайший археолог и гроза всех гробниц! Да мне пофиг, я уже забыл! Но как-то ты странно выглядишь для рыцаря. Нет поддоспешника, доспеха, меча, там топора, бороды, такой вяленький. Ну ладно, победил, честно. Так, давай, садись, охраняй, вот, держи меч, а я наверх, к пиву и бабам. Стой, какое пиво и бабы? Как ты тут прожил 700 лет-то? Ну как, я питался вкусной и здоровой пищей, занимался спортом, делал отжимашки, пил воду и вино из стакана, все, некогда мне. Из какого стакана, подожди? Ну из простого такого деревянного, да не переживай так, он без украшений. Видно, столяр какой-то или плотник пил, я его вечно роняю, теряю, чуть не раздавил. Как вообще уцелел, чудо-чудо и диво-дивное, все, я полез, мне пиво надо. Ты че, подожди, это же явно святой Грааль. Точно! А я-то думаю, что он в таком большом золотом сундуке, в нем еще маленький золотой сундук, и там все бархатом отбито, и такая чашка деревянная простая лежит. Думаю, возьму, не заметит никто. Ладно, ты мне лучше скажи, как там мои братья-тамплиеры наверху? Отбили уже Иерусалим, построили Царство Небесное, загнали сарацин в пустыню, и везде католики. Мне не терпится к своим братьям, я наверх! На костер, что ли? Какой костер? Ты что, не в курсе? Да я тут 700 лет сижу! А как бы помягче это сказать? Да говори как есть, у меня сердце! Давай, сынок, не жалей! Ну ладно, я хотел помягче, но
значит так, слушай, короче, орден тамплиеров признали еретиками, сатанистами, садомитами и, короче, полностью сожгли всю верхушку. Иерусалим теперь даже не арабский, он иудейский, а Европа не для католиков, там остались одни геи и мавры. Стой, стой, ты чё, подожди, подожди. Не надо отчаиваться, ведь выход есть, люди придумали интернет, сейчас покажу. Вот, смотри, видео с котятами и голыми бабами. Спрячь, я 700 лет женщину не видел, сейчас взорвусь. Давай быстрее, золото насобираем, чашку волшебную найдем и наверх свой орден организуем. С блэкджеком, рулеткой и шлюхами. Да монашками молодыми, одно и то же. Короче, давай, собираем быстрее, я взорвусь сейчас 700 лет целомудрия. Да брось ты сундук тяжелый, подсаживай меня, давай. Ну толкай же сильнее. А вы, друзья, пока подписывайтесь на наш канал и Инстаграм, лайкайте и репостите нас. Ну и, конечно же, присылайте нам пожертвования на новый орден. А дальше будет больше. Давай, пацан, бабы и пиво ждут. Толкай!